Ай, ёлка! Вот об этом я и говорил, детка. Она будет быстрее. Нифига ты улетел! Ты что, по мне там стреляешь, что ли? Так ты у меня вообще улетел куда-то, я начал стрелять. Вот это гон. О, нифига себе! Бесконтактная мина, печь! Нырни, ебать. Тупорылая сука. Давай, нырни, пизда тебе пришла. И до этом ты, мразь, с жизнью рассталась. Тупое чудовище. И следом ты такой. Понятно, почему это называется паркур! Нифига тут какая она тонкая. От первого лица вообще крутотень, кстати. Да? Как будто, знаешь, вот есть вид спорта такой, который на мотоциклах катаются. Ага, и там... Да-да-да-да, всякие препятствия. Поехали. Вон, какая у меня морда. Ой, нифига себе. Круто. Ты опять без шлема? Как так? Ты не прибегаешь к технике безопасности? Вообще пренебрегаю. Да, я потому что безумный, мать твою. Мотоцикл быстрее моего. Да, у меня быстрее. Я что-то не подумал. Надо было выбрать такой же, как и у тебя. Тише едешь, дальше уходишь. Главное мне не улететь куда-нибудь. У тебя Санчес, у тебя он цепляет лучше, чем... Ой, ёлка! Вот об этом я и говорил, детка. Блин. Вот так вот. Сяськи-масяськи, блин. Чё там? Ой, сясички! Ух ты, нифига гон. Я потопил нахрен свой байк, но при этом я могу бежать. Да-да-да, ты на треугольник за... А, ну все, ты сделал. А, ты бежишь. Что такое, утопился, да? Да. Ага, я доплыву первым. Первым. Нифига себе тут волны. Ты что там, идешь, да? Ты идешь за мной? Плевом идешь за мной. Я говорил тебе, что такое безумие. Ой, я так упал нелепо. Я отдохнуть не могу. Эй! Так. А блин! Да блин, залезь! Залезь ты! Идиот топуто! Здравствуйте! Здрасте! А ты что, пешочком? Да, а ты плаваешь? Ах ты гад! Бегом, она будет быстрее. Нифига ты улетел. Ты что, по мне там стреляешь, что ли? Так ты у меня вообще улетел куда-то. Я начал стрелять. Вот это гон. Ясненько. Ясно. О, я тебя, блин, постреляю. О, нифига себе. Бесконтактная мина, печь. Обновление, сучки, да? Еее. Матакуре. Ой, жесть, тут невозможно пробежать. Ой, проехать на. Да прикольно. Тут они такая... сбились уже, короче. Они как-то это. С направленного пути уже отошли. Нечего было по мне стрелять, вот получил. Так я вроде перестал стрелять, а следом взорвался. Ну, вот так вот и бывает. Ой, жесть! Ой, да и за 15 секунд я не успею, вы что? Вы что, ребята, нет, ну, я лучше утону, ну заберись ты, ну я, пран. На волне просто. Я просто сейчас разгонюсь такой, вот так, ну да. Вот так вот. Да. Ну, карта прикольная была, хоть и маленькая, хоть и коротенькая. Да, есть еще добавили карту, надо сейчас смотреть.
А спонсором сегодняшней середины серии является «Дорога к жизни». Здесь все просто. Тебе стоит лишь зарегистрироваться по ссылке, которая находится в описании, посмотреть вот этот замечательный ролик, где все описано и рассказано. Вкратце скажу лишь, что ты приглашаешь человека и получаешь за него деньги. За вход ты платишь всего-то каких-то жалких 600 рублей. Ты можешь зарабатывать уже прямо сейчас. Проходи по ссылочке в описании и продолжаем смотреть наш замечательный ролик. Так, ставка. Какова твоя ставка? Нулевая. Поставлю 1000 баксов на то, что я выиграю, да, только в игре. Ха. Тут такое должно быть. 0 баксов, потому что я выиграю. Тут должно быть такое. Ха-ха-ха. Так. Идем, да. А что делать-то тут? Так, мы бесконтактно. Да, тут бесконтактно. Так, ну я так понял, надо вон. И следом ты такой. Понятно, почему это называется паркур! А, ну в принципе. Так, нет, слазить нельзя. Блин, я уже полез слазить. Так, я-то обрадовался, думал, это тот паркур, который. Паркур, блин. У-ху! Я перелетел. А это так, мимолеточка. Так. Так, а куда дальше? Да в рот тебе ноги-то. Ты чё, блин, нормально съехать как не можешь, что ли? Во. Давай. Я там уже дальше куда-то уехал. Ой, да кого? А мне говорили, что еще, ну, в смысле, писалось, что здесь еще баймиксы есть. Так вот, что... Да-да, я тоже тут, во. Так, ладно. Блин, не, если честно, я не любитель подобных гонок. Блин, тяжелые гонки, кстати. Ой! Мне вот больше понравилось, вот как мы паркуем. Да, мне тоже это понравилось. Бегали, это прям вообще да. Ну там специально сделано, чтобы мы бегали. Но я следующую найду такую же. Ой! 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 Главное, эту хотя бы закончить. Ну что ж такое-то, ну... Тут по чуть-чуть газу так тун-тун-тун-тун. Тут все разрисовано в граффити, просто все. Нет, ты прям чуть-чуть вот так газку тун-тун-тун. Я сейчас выпендрюсь на заднем колесе, вот так проеду. Ага, проеду я. Он даже на заднее колесо встать не может, когда я так на газ жму. О, нормально хоть поставили. О, нормально. Так, я уже чуть-чуть дальше. Что тут у нас? Опань. Нифига тут какая она тонкая. Сука, меня пингануло, прикинь. Еду ровно-ровно, пингануло в сторону, как будто я упал. Жесть, бывает. Нахер. Меня сейчас в КС стало пинговать. Так, ой, ну конечно, на что я надеялся. Быстро же я тут не проеду, ну 100%. О, ты уже тоже тут. Смотри, какая она тоненькая. Ну тут потихоньку можно проехать. О, меня прям поставили так еще. Нифига ты, уэйн такой пролетел. Нифига себе. А я обратно нахрен. Нифига себе. А я сейчас упаду. Да. Так, потихоньку. О, нифига там. Да будь ты, падла. Я же ногами, руками зацепился. Так, я сейчас... Руками зацепился, зацепился. Я тебе рубальдал дал, блин. Хлеб купить пошел. Где хлеб? Так, а куда? Где деньги? Ой, ой. Не. Треугольник зажимаешь? Я бы тогда в таком случае, если можно делать такие прикольные паркур карты, я бы сам лично даже делал такие карты. Можно делать, можно. Там же есть редактор. И если их даже Rockstar не проверяют, просто за них еще деньги то что дают. Так, что дальше? Так, дальше вот сюда. Ты не туда поехал. Ага. Видишь, где я еду? Тут даже стрелочка, прикинь, есть типа вам туда. Окей. Нифига ты там летаешь. До свидания, блин. А, вон он. А как проехать-то здесь? Эй!
О, я проехал. Так. Ну да, конечно. Вот надо было врезаться. Давай. Да. О, нет, не так далеко. О, сейчас будем по этому ехать, по ЖД путям. Я уже по ЖД путям. Остановись-то, бэйби. Ой, там что-то сейчас будет. Пам-пам-парарам. Пам-пам-парам. Ой, ну куда? Пам-пам-парам-пам. Да. Ну ничего такая карта. Ну, только мне с тем паркуром сейчас еще найдем что-нибудь. О, здесь такие прям миллиметражи. Во. Я такой упал, ты такой лох. Я так, думал, я на втором месте, лох. Я понял. Да, ты за ним. Лина, что дальше? А, дальше мы туда. Ну куда? Да, я сейчас попробую от первого лица. Может, удобно будет. Точно. От первого лица вообще крутотень, кстати. Да? Как будто, знаешь, вот есть вид спорта такой, который на мотоциклах катаются. Ага, и там... Да-да-да-да, всякие препятствия. Вот типа того же, получается. Только тяжело ехать. Где я? А, во. Блин. Окей. Погнали. Я не вижу, куда надо ехать, там везде. О, тут даже не разгонишься, тут таковой. Тут прям по чуть-чуть. По чуть-чуть. Как? Так. Когда от первого лица едешь, больше так ощущаешь дорогу, прям такая маленькая кажется. Блин, а как здесь повернуть? Вот так вот, по чуть-чуть, во. Мана-мана. Нормально было. О, нифига тут где, это, финиш. Офигеть. Давай, я тебя жду. А, я приехал, блин. Это, забил. Так. Ладно, давай, давай другую, что-нибудь сейчас посмотрим. А, конец гонки через 20 секунд. Ну давай, сейчас я пока другую включу, увидимся через следующую карточку. Следующую.